Моя туристка. Всем привет, меня зовут Наталья. Я рада приветствовать вас на своем канале. Милахи от Натахи и Ева. Ева тоже вас приветствует. Мы тут выехали на дачу. Чуть-чуть посадоводничать и чуть-чуть повязать. Сегодня у нас 5 июля. И это продолжение, вторая серия про мой заказ большой. В отличие, наперекор, скажем так, моим планам, которые я буквально вчера озвучивала. Сейчас поедем скоро во влоге. Я говорила, что один день после завершения первой половины заказа отдохну. Я все-таки взялась за вязание. Ева, подожди, еще рано. Вот, и уже начала вязать игрушечки. Взяла вот с собой на дачу. У меня тут... Сейчас попробую показать, что у меня тут связалось. По пути. Вяжу зайка-малышка по мастер-классу Люды Орловой. Вот такая вот голова у меня. Вторая есть. Одна дома вчера связалась. Сейчас связала в дороге вторая. Ева, подожди. Нам еще надо собрать урожай. Вот, так что работа уже кипит. Ни минуты покоя. Вот, сейчас вяжу ушко. В этой части, получается, сколько у меня игрушек должно быть за вторую половину? Я посчитала, по-моему, 13. Две вот такие вот маленькие зайки. 5 зайков-брелков. Три. Да, скоро поедем. Она уже все, программу выполнила, собирается обратно. 3 акулы бэби-шарка с плюшевой пряжи. Клава, кошечка-единорожка. Бабам. Уронила. И уточка Пинки. Ева, сейчас будем поднимать. Да. Помаши ручкой. Турист. Смотрите на эту красоту. Да. Да. Я хвалюсь нашей клубникой. Появиться было надо раньше, когда их было немерено. А сейчас тоже. Не успеваем собирать. Ку-ку. Ну, неплохо так напоесть. Но это остатки было увеличено. На самом деле... Неделю назад я собирала 2 таких контейнера с горкой. Сейчас уже сходит благодать. Ку-ку. Я пойду? Так, мне то же самое. Мы решили почилить и отметить наше освобождение от заказов. Мое промежуточное и Маринина полное. И зашли в Селдонс. Это такой паб пивной, ресторан типа того. Я по темному, Марина по светлому. Голодные люди пришли. А что? Очень даже аппетитно. А мы тут пока гуляли, конечно же, забрели в вязаный РФ. И я тут немножко затарилась новой пряжей. Точнее, как, не сильно новой, она у меня такая была, но закончилась. Взяла 3 моточка вот такого джинса, оттенок 40-й. 55% хлопка, 45% полиакрила. Я думаю, все это знают. И сколько тут у нас метров? 160. На 50 грамм. Вот, Марина помнит. Уже как отче наш, да? Вот, 3 моточка. И еще я все никак не успокаиваюсь с твидом. Мне все печет то, что его больше не будет. Поэтому я себе выцепила еще один для коллекции. Да, ассистент. Ассистент. Красный цвет, бомбезный. Мне безумно нравится. С крапинками, с такими. Это у нас цвет... 243. Не знаю, зачем я это говорю, если его сняли, но пусть будет.
100 грамм, 330 метров. Состав такой же. Ой, вопрос, подо что это? Пускай будет. Пусть будет, найдется, да, чтоб было. Ему свое время придет. Да, это точно. А мы кайфуем, пьем кофе. Точнее, я уже выпила, а Марина еще. И любуемся. Вот смотрите, какая красота. Красота. Красота, сними. Ну вот. И весь кадр коту под хвост. Ладно, реабилитировал. Почти не пахнет. Все равно красиво. Так, ассистент. Короче, проходили мимо мастерицы, и я не удержалась. Гулять-то гулять. Взяла себе два мотка еще вот такого цвета, 47-го. Такой электрический синий, я бы сказала. У меня такого не было. Два. В общем, я разбушевалась немножко. Давай. Пожалуйста. Богатство мое. А мы зашли на Октаву. Здесь немножко поменялось пространство. В прошлом году здесь были гамаки. Можно было здесь качаться, расслабляться. А здесь сейчас активность происходит. Ну, тоже неплохо. Всем ку-ку. Сегодня у нас 9 июля, и я на уже ставшем привычным, можно сказать, рабочем месте. Продолжаю работу над заказом. Мои гуляют, а я, значит, работаю на свежем воздухе. И вы не поверите, такое совпадение. Я опять вяжу уточку. Даже круг начат опять, только в более ярком цвете. Но сейчас я решила заняться ножками ради разнообразия. Вот одна готова, и вторая вот начата. Движется процесс по поводу первой части заказа. Он доехал буквально вот пару часов назад. Я видела, что статус поменялся. Заказчица его забрала. Собираюсь чуть попозже написать ей, поинтересоваться, все ли благополучно доехало. Надеюсь, что так. Вот. А сама корплю над новыми игрушечками. Некоторыми новыми и повторами, как видите. Вот. Так что вот такие вот делишки. Погодка приятная. Не жарко, не холодно. Очень комфортно для работы. Мои убежали от меня. Я в гордом одиночестве. Вяжу, кайфую. Итак, подводим итог нашей прогулки. Ножки довязались. Такие прикольные. Вот. И что хотела сказать. Я тут буквально пару минут назад вычитала в интернете, увидела в Инстаграме, что, оказывается, 9 июля сегодня празднуется Международный день веры в единорогов. Это просто полный абзац, я даже не знала о существовании такого дня. Может сказать, это прям полупрофессиональный мой праздник, поскольку у меня в Инстаграме упор сделан на единорогов. Это один из моих любимых персонажей и аватарка моей страницы. Я прям могу отмечать этот день как собственный праздник личный. Вот такие вот делишки. Смотрите на эту красотку. Хорошо устроилась. Удобно, Ев? Кажется, на нас надвигается апокалипсис. Все прям... Да. Все прям замерло. В ожидании бури. О! Мерцает. Видели? Кайф. После жаркого дня самое то, чтобы такой ливень мощный пришел. Красиво. На заднем фоне
Какой-то тоже апокалипсис происходит. Ну и вот, собственно, чем дело кончилось. Очень-очень скромно. Несоизмеримо с размахом, когда он приближался к нам. Больше пугал. Обидно. Я люблю грозу. Такую, чтобы от души шарахнуло. Всем ку-ку. Сегодня 25 июля. Я снимаю, можно сказать, без отрыва от производства практически, в полевых условиях. Буквально заставила себя оторваться от вязания. И сейчас буду рассказывать вам, что у меня тут происходит. Работа над заказом, можно сказать, вышла на финишную прямую, но с ним произошли значительные изменения, и я сейчас все объясню, что у меня тут такое происходит. Мы пересмотрели с заказчицей 70% заказа. Я вам показывала в начале влога, как я вязала заек-малышек, вязала уточку Пинки, ну, чуть-чуть, самое начало. Вот, они у меня, зайки отвязаны, уточка полностью практически собрана, оформлена. А остальное все мы пересмотрели. И, собственно, вот как это сейчас выглядит, такая сборная солянка. А что это будет? Это будет, вот такие будут зайчики. Это мой первенец, пробный, скажем так, образец. Ну, как пробный, он... полностью меня устраивает, я им абсолютно довольна, но это первый вариант черновой по этой схеме. Это описание бесплатное, мне его предоставила Маришка моя. Спасибо, Мариш, большое, чудесный мастер-класс. Я огромное удовольствие получила от вязания этого крохи. И, собственно, вот таких вот зайчиков я и вяжу. Здесь будет 9 штук. Как видите, у меня здесь все, можно сказать, за исключением белой мордочки, отвязано. И теперь мне предстоит эпическая сборка, надеюсь, сегодня. Что в этом зайчике интересного? Он на шплинтовом креплении. У него голова с телом соединена на шплинтовом креплении, а ручки и ножки... Сейчас я одной рукой постараюсь показать на нитином. То есть он садится... Вот так крутит головой. Ну, в общем, подвижный, малый. И он такой достаточно карманный, можно сказать. Мне безумно нравится. И этот заказ, вот эта вот пересмотренная позиция заказа мне очень импонирует. Я, в принципе, если исключить, взять за скобки цейтнот, я получаю большое удовольствие от выполнения его. Здесь вот 9 заек разных цветов. Я задействовала и твид, и Cotton Gold, и Yarnart Jeans. Вот, кстати, новый цвет, который я вам в начале влога показывала, когда я его покупала, 47-й синий цвет. Мне он безумно понравился. Я даже загорелась желанием в дальнейшем одну игрушку каркасную связать полностью из этого цвета. Не знаю, дойдут руки или нет. Ну вот, в общем, вот так вот мы пересмотрели заказ. Будет 9 таких вот заек очаровательных. И еще добавилось 3 мишки. Сейчас я покажу. Я таких мишек уже вязала. Они похожи на заек. Вот, но немножко голова отличается, тело. Это мастер-класс Нэнси Упс. Немножко его изменю. В прошлом году он у меня был связан в темно-коричневом цвете. Может, кто-то помнит. Я фоточку вставлю тогда для наглядности. Вот, мы выбрали вот такие вот цвета. Естественный, не конфетный для заек. Это пожелание заказчицы было. Заек ярких связать, а мишек в естественных оттенках. И вот будет тоже 3 малыша. Для них мне еще предстоит отвязать ручки, ножки, ушки и мордочки. И все это тоже собрать. Но сегодня я планирую заняться зайками. Вот. Так что вот такие вот изменения у меня произошли. По поводу тех позиций, которые мы обговаривали, ну, вот это изменение, оно произошло по обоюдным обстоятельствам и пожеланиям моим и заказчицы. Мы как бы достигли компромисса. Не знаю, буду ли я их
вязать дальше после завершения этого этапа, потому что я не помню, рассказываю я вам или нет, но я в августе ухожу в отпуск, ухожу и на работе, и в вязальном плане в вопросе заказов. То есть у меня сейчас просто горит эта неделя закончить этот заказ и отдыхать с чистой душой. И потом, если как бы будет это актуально, то мы вернемся к тем позициям, которые мы обговаривали. Там уточка пин. Нет, уточку пинк я связала уже, все, заговариваюсь. Лягушка Клава, там кошечка-единорожка. Ну, это как уже заказчицы там изъявят желание, и по моим обстоятельствам будем решать. Вот. Я, в принципе, не против, но буду выбирать более щадящий режим, потому что вот. Вот эти вот 2 месяца, они меня, конечно, сильно измотали, и поэтому я сказала, что в августе нет, я вне зоны доступа в плане заказов, я буду отдыхать, какие-то, может быть, свои вязальные хотелки заканчивать по работе, может быть, над недовязами, но это все будет не в обязаловку, а чисто вот по своему желанию, то есть захочу – буду, не захочу – не буду, никаких этих жестких рамок. Вот. Что еще вам рассказать? Я просто решила вот так вот спонтанно, экспромтно подключиться, чтобы хоть как-то показать работу над этим заказом. А то до подключения на столе дело не доходит. Как только у меня появляется свободное время, я выбираю повязать и подвигать свои процессы. И как-то съемка вообще не происходит. Поэтому, наверное, финальное подключение на столе, оно будет итоговым, то есть подведем черту под моей работой. Я думаю, что там я как раз покажу все собранные игрушки. Это будет целый пасьянс, но так будет удобнее. Все промежуточное время я потрачу на сборку и оформление. У меня там, помимо вот этих игрушек, будет еще... Еще будет одна игрушка не по заказу. Это вы ее могли, кстати, наблюдать на обложке этого влога. Это обезьянка Зои. Небольшая такая новость. Я вернулась к тестам. Мы с Настей, Настя Крочет Френд, мы с ней в прошлом году активно сотрудничали. Она ко мне часто обращалась с вопросами тестов. Я с удовольствием соглашалась. Потом я осенью 21-го года сказала, что я с тестами завязываю, потому что проблематично было все это выстроить в рабочий режим, встроить. И на какой-то период времени я вообще полностью отказалась от этого вида деятельности вязальной. Но по завершении этого заказа я еще заранее сказала, что с июля я, в принципе, если нужно будет, готова буду вернуться к помощи вам в тестировании, если что, обращайтесь. И она... Не об этом не забыла, и вот неделю назад она обратилась ко мне с вопросом протестировать ее новую игрушечку, милую обезьянку. Я сначала, ну, с учетом того, что я еще не закончила заказ, я пребывала в таких сомнениях, но потом все-таки желание как-то вот испытать себя, помочь любимому автору и... тот факт, что я соскучилась, в принципе, по тестированиям, и они все перевесили, можно сказать, здравый смысл и логику завершения заказа, и я приняла этот тест и за 2 дня ее связала, просто вот в охоточку, вязание шло легко, игрушка несложная, но очень обаятельная, поэтому я получила чистейшее удовольствие, уже через 2 дня сдала этот тест, сфотографировала малышку, и в финальном подключении я вам тоже ее во всей красе покажу. Вот. И что еще, какие новости? Ну, так вроде бы все рассказала. Еще я там покажу покупочки в последнем подключении. Помимо той пряжи, которую мы с Мариной покупали во время прогулки в начале влога, я еще прикупила 3 моточка Cotton Gold. Это еще когда мы заказ не пересматривали, и я думала, что мне там добавится 1 позиция, но сейчас она, возможно, перенеслась на более поздний период, но я в любом случае эту игрушку хочу связать. И для нее я выбрала пряжу подходящую, купила ее в таком
энтузиазме. И сейчас пока оно у меня будет без дела лежать, но потом в любом случае пригодится. И вот эти три моточка я вам тоже покажу. И еще ко мне приехал пока один заказ с Али, и, наверное, за то время, пока я буду вот это вот все заканчивать, подъедет, наверное, еще один, возможно. И это я вам все тоже покажу. И, в принципе, все. А так, наверное, до следующего подключения, уже финального, итогового на столе, где я вам отчитаюсь по поводу своей проделанной работы, надеюсь, побежденного заказа. Вот. До скорой встречи. Пожелайте мне удачи. Пока-пока. Капучино в домашних условиях. Мечта. Ты что, тоже как мама любишь Стивена Кинга? Голос красивый. Нет, я не сняла. Ев, что тебе там нравится? О, страсть, мордасть. Ку-ку. У нас поход по магазинам девчачий. Мы решили ударить по кофе. Ев, конечно, будет пить сок, а мы выпьем по кофе. Еще хотел маленькое дополнение сделать по поводу предыдущих кадров с кофемашиной. Это я так решила просто похвалиться, потому что мы сегодня купили кофемашину, и теперь я могу наслаждаться хорошим кофе, не выходя из дома. А помимо того, что я дома напилась кофе, я решила сейчас еще ударить, потому что у меня сегодня бессонная ночь ожидается в работе с зайцами и с мишками, и надо подзарядиться. Не только кофе получилось разное. У меня макачино, а у Марины капучино, да? Капучино. Да. Ну и стаканы разные. Здесь сонный, а у меня хитрый. А у Евы сок. В смысле? Сок, да. Ев, помашь ручкой? Нет. Мы ждем фонтанов. Бежала конфета. У нас тут случился первый выход в свет. Мы ходили поздравлять дядю Андрея нашего с днем рождения. И вот таким мы красотки настили. Сейчас уже идем домой ужинать и отдыхать. А потом мама будет работать. Пахать. Аккуратнее, не упади. Короче говоря, нас не миновала волна любви к этим чудищам. И Ева тоже запросила купить эту страшилку. Выбрала, я думала, что она выберет розовую, как ее, киси-миси. А она выбрала синюю хайеваи. Вот, ну зовет ее киси-миси. Аккуратно, увлеклась, чуть не запахала. Вот, и мы ее сейчас получили, на Wildberries заказала. Ссылочку оставлю, если кому тоже нужно это чудище купить. Качество, кстати, очень даже хорошее. За 25 рублей. Она достаточно такая объемная, то есть где-то там 40 сантиметров написано. И довольно-таки добротно сделана. Я думаю, будет хуже по качеству. Она такая вроде прилично смотрится. Вот, так что ссылку оставлю. Вот, а мы сейчас пойдем выгуливать своего нового страшного питомца на площадку, на горку. Вот, и что еще хотела рассказать, что у меня там по процессам. Я вчера после нашего прогулки в парк, нашего этого похода на день рождения, я вечером хорошо поработала, вот, и полностью все доотвязала. Теперь у меня на повестке дня только сборка всего. Заек, малышек я уже вчера собрала. Осталось там вышить им личико. И теперь сегодня
буду собирать всех зайцев, медведей, сажать все конечности им на нитяное крепление. Вот, дальше будет этап пришивания мордочек, ушек. И в последний день, который я себе наметила по выполнению заказа, в пятницу, я буду заниматься вышивкой глазок и, в общем, окончательной, последней, заключительной детализацией. Все, я пошла догонять дитё, а то она уже убежала. Ой. Ну, поехали. Давай. Хорошо? Сейчас я поеду, да. Всем вечерний привет от моей фабрики зайчиков и немного мишек. И у меня здесь прям совсем-совсем финишная прямая. Сегодня 29 июля. Я намерена все сегодня доделать. Кипит работа. Я вышиваю носики. До этого вышивала, пришивала глазки зайкам. Здесь вот 9 моих малышей, и их 10-й старший братик следит за их рождением. Его, кстати, у меня Ева прибрала к рукам. Очень ей нравится. И я что хотела рассказать. Я себе сейчас сделала для себя неожиданное открытие из разряда «Век живи, век учись». В общем, для меня всегда было проблемой вышивать вот эти носики, когда пару стежков, и потом их обвиваешь. Я очень любила этот элемент оформления. Мне всегда вызывал скрежет зубов, вот это вот цепляние иголкой этих ниточки. И я только что опытным путем обнаружила, что я, оказывается, очень усложняла себе работу. И можно было все сделать гораздо проще, если бы я всегда вышивала ушком вперед. Не острой вот этой вот частью поддевала и обматывала стежок, а делала это задней частью, вот это вот самим ушком. Тогда ничего не цепляется, и все легко обматывается без напрягов и без нервов. Вот. Это такое открытие спустя много-много, ну не то что неудач, но в общем неприятных минут потраченных. Но в итоге все близится к концу, и решила вот поделиться таким лайфхаком, неожиданным знанием. Вдруг у кого-то, как у меня, были проблемы на этой почве. Вот тут у меня лежат мишки. Они тут частично оформлены. Мне тут не хватает носиков и бровок. Но, если честно, меня немного смущают глаза. Может быть, я их тоже, если у меня останется силы и время, я их тоже скорректирую. Извиняюсь за шум, это у нас за окном, всегда вечернее время, там шумят мотоциклы, ездят машины, поэтому не обращайте внимания, надеюсь, это не сильно мешает. Вот, так что и зайки, здесь они уже собрались, можно сказать, даже оделись, не хватает спящих глазок и декора в виде бантиков и цветочков на платьицах. И, в принципе, все, Клаве там мне тоже надо пару буквально штрихов вышить, и все позиции заказа будут готовы. Так что я уже в приятной такой усталости, но еще нужно собраться и сделать последний рывок. Вот, я пошла. Сегодня 31 июля. Мы собрались на прогулку. И вот так буду гулять я. Здесь полностью весь отвязанный заказ. И я его беру с собой. Пока мои будут гулять, я это все постараюсь поснимать. Запротоколирую, так сказать, на память. А завтра планирую пойти отправлять все. Вот. И может быть, если получится, я еще и подключусь, не отходя от кассы в парке. Потому что, если честно, мне очень-очень лениво сегодня в такой радостный для меня момент подключаться на столе и заставлять себя вечером это делать. Поэтому я, может быть, прямо на природе вам все покажу, расскажу, похвалюсь. Вот. Так что вот такие дела. Идем довольны. Я особенно довольная. И Ева тоже довольная, да, Ев?
Врум. Гуляем, короче говоря. Мама отжала у дитя коляску. На самом деле нет, мои ушли в детский городок, а меня оставили с тяжелым транспортом, но он мне приходилось, как видите, чтобы своих подопечных перевозить без труда между локациями для съемок. Пока что места для подключения не нашла, потому что сейчас в парке аншлаг, и любое козырное место занимается молниеносно, но зато я хорошо поснимала. Мне кажется, очень удачные кадры получились со всеми моими связанными готовыми игрушками. Вот я в конце влог это покажу. Вот, и даже если мне сегодня не удастся подключиться в парке, не отходя от такого антуража, то это мне не испортит настроение, потому что я с завтрашнего дня в отпуске. Вот, и мое настроение не подвластно таким вот, скажем так, обстоятельствам. Пойду искать своих в замке. Итак, я все-таки разместилась. Мы разместились на лавочке в отдалении от самого эпицентра детского веселья в городке. Здесь вроде потише и место такое достаточно удобное. И сейчас я буду вам демонстрировать плоды своих трудов. Значит, вот такие милые две зайки у меня связались. Одна. Так, буду стоять так. Извиняюсь за такое подключение, но как-то у меня, честно, вот настроение, вот хочется на природе максимум выжить из прогулки и заодно совместить приятное с полезным и для вас поснимать. Вот такие зайчушки по мастер-классу Люды Орловой. Он бесплатный, может связать любой желающий без лишних затрат. Мне очень понравился мастер-класс. Такая отдыхалочка, простая схема, вяжется в удовольствие. Вязала крючком 2 мм кловером. Основной цвет 0,7. Ну, я потом еще цвета подпишу, как я теперь уже делаю рядом с фотографиями, но просто так вот. Сейчас вспомнила. Что помню, то озвучиваю. И вот такие вот у них милые платьишки. Здесь вот пуговички подобрала в тон, что меня отдельно радует. Как бы не ожидала, но я люблю, когда все сочетается. Вот. И там в мастер-классе у них цветочки на этих на платьишках. Я вот выбрала вот такие вот искусственные розочки на проволочках. Мне кажется, тоже хорошо смотрится. И единственное, что я здесь не стала делать, как автор предусмотрел, это я не стала добавлять бантики вот сюда, именно макушки. Ну, не знаю, я еще фотографии заказчицы не показывала. Как она скажет, если что, добавлю. Это не сильно проблематично, не сильно энерго-время затратно. Вот, так что вот такие две зайчушки у меня связались. Дальше. Это красотка, которая уже вовсю просится в кадр. Это вторая моя уточка Пинки. Одну я ввязала в первой половине заказа. И сейчас вот во второй еще один повторчик. Здесь, в принципе, по цветам практически то же самое, только вот я усилила, скажем так, аксессуары в виде банта и круга по яркости, и наоборот ослабила по интенсивности купальник. И кажется, у меня там был, я не помню, какого цвета там были вышиты горошинки в первой версии, здесь вот беленькое все дело, такое нежненькое. В общем, очень мне нравится этот мастер-класс, 3 раза уже вязала. И игрушечка такая тоже несложная, вяжется быстро. За 2 дня, по-моему, я ее связала. Ой, падает. Она уже утомилась от фотосессии. Вот. И, в общем, единственное, что я тут поменяла, я немножко уменьшила бы по желанию заказчицы диаметр круга, чтобы он там в предыдущих версиях моих, он достаточно был широкий, то есть он не вплотную сидел на тельце, а она попросила, чтобы он прям вот туго обнимал ее талию и не сползал. Поэтому я немножко, по-моему, рядов на 10 сократила описание, и вот так вот она его плотненько примерила на себя. Вот, едем дальше. Дальше по заказу. Вот такие вот 3 мишки. Один. Так, еще найти второго. У меня тут залежи такие, как видите, но уж как есть в полевых условиях. Вот второй. Оп, такие милахи, мне очень нравится. И третий из закромов вылезает. Вот он. В общем, вот эти мишки, это, ну, для меня
плане мастер-класса это повтор. Я такого уже медведя вязала прошлым летом. Это по мастер-классу Нэнси Упс, но с небольшими модификациями. Я по пожеланию, опять же, заказчицы уменьшила ручки и ножки, потому что по оригинальному описанию они получались достаточно громоздкие, ну, на мой вкус и на вкус моей заказчицы. В этом плане мы с ней во мнении сошлись. И я их немножко от себя уменьшила и как бы, ну, мне нравится. В общем, очень даже миленько, мне кажется, смотрится. Тут вот в трех цветовых вариациях я ее сделала. Это вот это 07, это 40 джинс, а вот этот вот, не помню, какой-то Contour Gold. Но я опять же подпишу оттенки. Голова на шплинтовом креплении, ручки и ножки на нитином. Глазки пришивные, кажется, 6 миллиметров. И это своего рода моя гордость в плане оформления, потому что я тут на фоне вот этих зайчиков, которые я сейчас дальше буду показывать, и вот этих мишек, я так неплохо проапгрейдила свои способности в плане вот именно вышивки, потому что для меня всегда, вот я уже рассказывала в предыдущем включении во время работы, что для меня очень был мучительным моментом вот эта вышивка вот этих, ну, выпуклых элементов, бровей или как их, век, как их еще назвать. И вот я наконец-то отрепетировала, скажем так, этот момент. Для меня теперь он не является загвоздкой и камнем преткновения. И я очень рада вот такому вынужденному, скажем так, преодолению своего такого, ну, затыка в этом плане, что мне пришлось связать заказ. И вот я таким образом и выполняя заказ, заодно отрепетировала один навык, который очень даже полезен в плане вязания игрушек. Вот, значит, это все, что я могу откопать. Сейчас я отключусь, выставлю своих зайчиков, вытащу на свет Божий из этой кучи и еще одну сладкую мордашку. Вот она выглядывает. И покажу вам остальную часть моих игрушечек. А вот и мы. Моя разноперая, яркая компания ушастиков. Я, честно говоря, даже не знаю, какой мне из них нравится больше. Ну, наверное, все-таки более яркие оттенки, вот розовый, голубой и вот этот вот кислотный, еще охра, еще синий и, в общем, все. Короче, очень классный мастер-класс. Я уже говорила, что он бесплатный, это автор Маришка моя, дорогая вязальная подруга, которая мне его любезно предоставила. Я ссылочку обязательно оставлю. В общем, если понравились, вяжите в удовольствие. Там все очень понятно, очень легко и непринужденно вяжется. И чем больше будет таких милых зайчиков, тем будет лучше. Тем более следующий год у нас год кролика, зайца или кого-то. В общем, неплохой вариант в качестве символа года. Что тут у нас? Ну, я уже говорила здесь... Ой, упал. Устал. Тоже фотосессию утомила. Кстати, кадры получились огонь. Мне очень нравится. Все-таки, когда много одинаковых игрушек в разных цветовых вариациях, это очень бомбически смотрится на фотографиях. Вот. А что здесь у нас? Здесь шплинтовое крепление головы, как я говорила, ручки, ножки на нитяном креплении. Вот. И вот здесь я также успешно оформила мордашку. Ой, надо будет в эту ниточку холофайбера вынуть, чтобы не отсвечивала. Значит, вышила здесь веки, мордочка, пришивные глазки, не помню, сколько миллиметров, честно, но визуально довольно-таки маленькие. Вот, и, в общем, такие вот пупсики, маленькие вроде, но отняли у меня кучу, просто кучу времени и нервов в плане... Нервов не самой игрушки, все здесь легко и непринужденно вяжется, как я сказала, но именно в плане сроков заказа. Вот так вот. В общем, большое удовольствие получила. И теперь осталось показать только игрушку из теста, обезьянку Зои. Она с нами тоже пофотографировалась. Цвета зайки я тогда тоже подпишу. Но здесь в основном, как я говорила, вот твид. Ну, большая часть. Вот. В общем, я счастлив. Обожаю вязать много одинаковых, разных ярких маленьких игрушек. Ку-ку! А вот и последний пункт нашей программы сегодняшней. Смотрите, какая милаха.
обезьянка Зои по мастер-классу Настя. Насти, короче, это френд. Результат тестирования экспромтного. Ну, я ни о чем не жалею, я очень довольна, что я вернулась в эту стезю, хоть и в экстремальных условиях выполнения заказа, но все-таки, так скажем так, в строю привычным. И вот такая вот красотка получилась. Здесь у нее платьице, но оно съемное, как бы. Я думаю о том, чтобы его зафиксировать, просто чтобы оно вот так вот не сползало, потому что чуть какое-то движение неосторожное, оно норовит повторить судьбу платья Мерлин Монро. Вот, такие вот у нее колготы. Я чуть-чуть другую цветовую палитру выбрала, чем у автора в плане одежды, но я ничуть не жалею, мне очень нравится, такая сочная получилась игрушечка. Вот, ножки здесь не набиты, фактически только стопы, поэтому она такая длиннюшка и может принимать разные позы. В хвост я здесь вставила на свой вкус проволоку, чтобы можно было придать какую-то ему пластичность, форму и как, ну, подпорку можно его тоже использовать. Он иногда помогает в плане позирования. Вот здесь пришивной бантик, мордашка с пришивными глазками. Глазки, кажется, те же, что у мишек, по-моему, 6 мм. Вот, в общем, вот такая вот милая красавица у меня получилась. Я там потом фотки приложу, ну, фотосессии отчетные к тестированию, и один кадр, где она там вот так вот стоит, как бы стоит. Она, конечно, стоит, сама не умеет. Это за кадром там такие изголения были в плане придания такой формы. Там на проволоку ее подвешивала, в общем, это эпичный кадр был. Вот, в общем, в принципе, все я вам показала. Обезьянка была последней, точнее, первой из всех игрушек, которые я связала в этом месяце. Вот, и на этом, наверное, надо заканчивать. Здесь командирша наша главная пришла, убегалась, запыхалась перед их. Вот, и сейчас еще, когда пойдем по пути, я вам расскажу, какие у меня посылки, точнее, покупки были за это время, и будем, наверное, прощаться. Вот так вот. Коко, папу загоняла. Второй или третий раунд сейчас будет, да? Четвертый. Ева, покажи китайчика. Как ты китайчика показываешь? В общем, пока на обратном пути топаем, расскажу вам и покажу свои покупки. Там вставлю кадры. Потому что здесь, сюда я это уже не потащила. В общем, я приобрела еще 3 моточка пряжи Ализе. Один это был Cotton Gold твид. Последний моток в вязаном РФ я выцепила твид серый. И 2 моточка зеленых. Там 126 и второй. Я тогда подпишу, не помню, какой номер. Или... покажу в камеру, короче. Вот, один я взяла для будущих, я так предполагаю, оленей Рудольфов, которые я каждый год в Новый год вяжу. А второй я брала на... Ян, давай вы в ту сторону мы пойдем. Мимо Петра Петровича? Или хотя бы мимо солнышка? И поедем. Мама рулит. Мама не везет, но рулит. Вот, и значит... 2 зеленых цвета, один на шарфы Рудольфом, а второй для подсолнуха. Я приобрела давно долгожданный мастер-класс на подсолнух от Ксении Крупской, крутой. Он очень летний, такая летняя игрушка, я прям мечтаю его в отпуске связать. Плюс вроде как заказчица в перспективе хотела бы его у меня купить, заказать, поэтому я 2 зайцев убью одним махом. И кайф получу, и один пункт в перспективе заказа уже сделаю. Вот, и на него как раз приобрела пряжу, но потом мы присмотрели заказ, и в общем пока у меня лежит, он ждет, но я думаю, я за эти 3 недели блаженства обязательно его объегорю. Вот, а вот твид взяла просто до кучи, потому что руки чешутся у меня на него, не могу. Я не могу спокойно смотреть, зная, что его скоро вообще не будет, я его приобретаю и хомячу. Вот, у нас тут движуха, роллер-парк. Здесь вечно шумно и многолюдно, хорошая погода. Вот, а мы идем
мимо нашего динопарка, вон там динозавры шумят. Но мы пока что больше не сподобились туда зайти, хотя Ева вроде как изъявила желание, сказала, что нет, больше не боюсь. Может быть, будет дубль 2. И что еще, какие у меня покупки были? Ко мне пришла посылка с AliExpress. Я там заказывала крючок, вот 1 миллиметр, как я показывала в прошлом влоге, но я его подарила Маришке. Мариш, надеюсь, он тебе зашел. Вот, и я его, кстати, использовала в вязании мордочек для зайчиков, и мне очень понравился. Он ничуть не хуже DMC, который стоит... Давай! Мы хотим пройти мимо динозавров. Вот, и он ничуть не хуже, по моим ощущениям, крючка от DMC, который стоит в 5 раз дороже, чем мне этот солик обошелся. Вот, и что еще у меня было? Там вложили пару этих, пару маркеров. Ну, у меня их в избытке, поэтому так просто. Приятная мелочь. И что еще? И еще я накупила шплинтов, когда только готовилась к выполнению зайчиков. Шплинты и диски. Ну, я взяла такие пластмассовые, которые непромокаемые. Я переживаю за сохранность игрушек, поэтому взяла максимально долговечный вариант. Вот, не помню диаметр, я там покажу тогда на камеру. А, тут немного шумно. Меня в прошлом влоге заругал YouTube за музыку. Потребовал как бы соблюдения авторских прав. Вот, сказал, что монетизация за несанкционированное использование музыки без разрешения автора будет как бы в их пользу капать, при том, что у меня не подключена реклама и не была. Ну, сейчас понятное дело, нет. Вот, ну, я сказала, окей, ради бога. Вот, но как бы не хочется такого еще. Вот, и вот такие, значит, у меня были приобретения за этот месяц. Вот, и сейчас мы идем мимо таких вот чудищ. Ну, как она? Нормально. Ев, динозавры? В общем, Ева Королева нас все-таки затащила к динозаврам опять. И мои занимаются раскопками. А я сейчас пойду опять любоваться на своих любимых динозавров. Вот, на этом, наверное, будем заканчивать этот влог. Спасибо большое, что посмотрели. Надеюсь, получили удовольствие, понравились игрушки. Вот, пишите, рассказывайте, вязали ли вы по этим мастер-классам. Вот, будете ли вязать, что вязали под этот влог. Вот, я вам желаю всего самого хорошего. Я с вами надолго не прощаюсь, потому что даже в отпуске я буду снимать видосы и выпускать. Вот. И что еще? В общем, хорошего вам оставшейся части лета. Надолго не прощаюсь. Будьте здоровы, берегите себя и до скорой встречи. Пока-пока!